Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Михаил Таратута, человек, многим из нас четверть века назад открывший Америку, сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Спасибо, взаимно. Михаил Таратута – легенда отечественного телевидения. Его появление на экране советского центрального телевидения в конце 80-х ознаменовало собой перестройку, обновление советской тележурналистики, причем в одном из самых костных ее жанров – международном. Собственно, уже и перестройка шла вовсю, когда на телеэкране появился Таратута, но и тогда еще никто не мог предположить, что с этого экрана об Америке можно говорить не как об исчадии ада, поджигательнице войны и стране желтого дьявола. А Таратута заговорил, и выяснилось, что миллионы навеки, казалось, распропагандированных, оболваненных советских зрителей ждали его репортажей и фильмов об Америке. Такой Америке, какая она есть на самом деле, нормальной, человечной, необычайно интересной стране, где гораздо, используя слова Высоцкого, лучше бы того, чем у нас, но тоже, конечно, помимо радости, прогресса и процветания, немало бед и проблем, как в любом человеческом обществе, на каком бы уровне бытового благополучия оно ни находилось. Программы Таратуты и его репортажи из США, общим числом более 1000, стали не просто прорывом в области пресловутой тележурналистики и телевидения в целом. Они способствовали ментальному прорыву, проще говоря, прочищению мозгов нашего общества и разрушению того самого чертова железного занавеса. А когда Таратута вернулся из своей Америки в начале 2000-х, ему, любимцу миллионов, не нашлось места и применения на российском телевидении. Сам он, человек самокритичный, готов в этом винить и себя. Но мы-то, глядя из прекрасного российского телевизионного сегодня, знаем, что место ему там и не могло найтись. Зачем этому ТВ нужна классная, непредвзятая, настоящая журналистика? У него, у этого ТВ, теперь совсем другие задачи и цели. Программа про вас, но не могу, конечно, не начать с другого персонажа. Такой еще, даже программа наша идет в запись, так что она выйдет через неделю. И тем не менее, это все равно еще будет, я думаю, событие у всех на слуху. Выборы американские и такой неожиданный для многих результат их. Вот на опыте вашей американской жизни у вас было что-то подобное по степени сенсационности? Нет, конечно, ничего на мою эпоху не пришлось ничего яркого. А как знатока Америки, что-то в американской истории тех же президентских выборов по степени сенсационности можете сравнить с тем, что случилось? Я не знаю насчет выборов, но, безусловно, отношения между Севером и Югом, которые кончились гражданской войной, наверное, это было посерьезнее, это чем Трамп. Это была штучка, посильнее Фауста Гёте. Это уж точно. Теперь честно скажите мне вот свое мнение. На ваш взгляд, этот выбор, это ошибка? Или нет? Или, может быть, наоборот, на мой взгляд, это шаг вперед какой-то для Америки? Это история. Вы не можете говорить об этом со слагательным наклонением. Я понимаю. Это история. Так сложились обстоятельства, которые привела вообще, на самом деле, с моей точки зрения, абсолютная деградация политического класса Америки. Эта группа совершенно окуклилась. Это стала машина, которая работает сама на себя. И в обществе, безусловно, среди людей зрел протест. Особенно среди тех, на ком аукнулось вот этот процесс глобализации, который вызвал очень много вот таких тектонических изменений в Европе сейчас. И повсюду, по Америке он тоже прошелся, потому что большая часть производств была вывезена из Соединенных Штатов, Китая в частности. И люди потеряли рабочие места. И это очень серьезная проблема, которая сказалась на положении людей. Ведь на протяжении последних 2 десятилетий совершенно не росли доходы среднего класса. А цены-то росли. Цены росли и очень сильно. Происходило в обществе, очень накапливалось огромное количество проблем. И здравоохранение, и образование, и преступность. Ну, все, что хотите.
А вот эти две партии, которые у власти постоянно находятся, они стали дисфункциональны, потому что они не могли и не могут договориться практически ни о чем друг с другом. Проблемы не решаются. И Трамп, вот как человек с удивительным чутьем, почувствовал вот этот внутренний запрос на перемены. И вся его, собственно говоря, политическая платформа была построена на обещании вот этих перемен. Покончить с этой бюрократией вашингтонской, осушить болото вашингтонское, как он это называл. И этим и объясняется, что люди за ним потянулись, потому что, по крайней мере, он являл надежду на перемены. В отличие от Клинтон, которая, в общем-то, олицетворяла собой статус-кво, и всем было понятно, что ничего нового после Обамы принципиально не произойдет. Вот такой дурацкий я, может быть, задам вопрос, но не уходите от ответа. Вот будь вы американским гражданином, за кого бы вы голосовали? Очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Скорее всего, я бы даже не пошел бы голосовать. Я вас понял. Потому что в этом году Америке, очевидно, не повезло, и она выбирала не лучшего из лучших, а наименьшее зло из двух выбирала. И не случайно она разделилась пополам, фактически. Да, да, да. Расколота, ведь страна просто оказалась расколота 50-50 практически. Да. Ну, посмотрим, как говорится, поживем и видим. Поживем. Что мы не знаем, что будет. На самом деле, да. Пока Трамп загадка. Я не стал бы вообще ему ни положительных, ни отрицательных характеристик давать сегодня. Абсолютнейший кот в мешке, тем более, что... Мы не знаем просто, что это такое. То, что мы знаем из его предвыборной программы, это, в общем, какие-то лозунги, какие-то, так сказать, филиппики, инвективы. Да. Что будет, непонятно. Я думаю, что это... В равной степени он может стать большим реформатором и большим разрушителем. Угу. Что произойдет, вот пока сказать нельзя. Угу. Так что будем ждать. Да. А теперь вернемся, как бы, так сказать, в такую вашу Америку и ваши отношения с Америкой. Я очень хорошо помню ваши передачи, фильмы замечательные, и книжки ваши люблю и читал. И вот первое, что я бы хотел вас спросить, за что больше всего вы любите Америку? Если любите до сих пор, если не... Ну, я знаю, что это... Ну, слово «любовь» осталось. Наверное, это не совсем верное слово. Я думаю, мы можем говорить о большом уважении. Для меня в Америке, наверное, ну, много вещей, которые действительно я очень уважаю. Прежде всего, вот несмотря на те безобразия, которые происходят сейчас, это... гениальная совершенно придумка отцов-основателей с точки зрения выстраивания демократической системы, политической демократии вот этой вот, системы сдержек и противовесов. Все-таки это страна первой конституции, между прочим. Да. И она работает, эта демократия. И приход Трампа, человека, который не должен был прийти, вот ни по какому, это чужак, это человек, который сделал все вопреки тем традициям, которые вот десятилетиями устанавливались, а он все делал по-другому. Он не получил поддержки политической от своей республиканской партии, от которой он баллотировался, хотя бы формально. Его не поддержало, вы знаете, что ни одна компания из первой сотни Forbes не дала ему денег на его предвыборные дела. То есть это и он смог стать президентом. Это вот тот случай, когда работает действительно, реально работает демократия. И за это я уважаю Америку. Я уважаю Америку за тот фантастический прогресс технологический, который эта страна предложила миру. Не всякого сомнения. А если говорить об американцах, мне очень симпатичны эти люди, потому что это очень трудолюбивый народ, может быть, да, слишком трудолюбивый. Это воркоголики. Да. Кстати говоря, по статистике, они работают больше почти всех людей в мире. Их рабочие часы в неделю просто какие-то удивительные. Никто столько крошечный не работает. Отпуск. Совершенно крошечный отпуск. Да. Когда разорилось гостелерадио, это был 91-й, что ли, 90-й. Ну, собственно говоря, что там произошло? Там лопнул Внешэкономбанк, который финансировал все зарубежные организации. И непонятно было, что вообще делать. Американцы, с которыми я работал,
перестали брать с меня деньги, чтобы я мог продолжать работать. Ну, это особая, вы сами сказали, это была особая эпоха. Это особая симпатия, колоссальный интерес. Но я не знаю, честно говоря, вот лично я, кроме какого-то добра, вот лично к себе, да, были всякие там эксцессы. И ФБР неотступно две машины ездили, потому что я в 88-м в конце приехал, то есть я уже сколько, ну, два года или три года еще, пока Советский Союз был, работал там. Вот все это время... Утром просыпаешься, две машины внизу стоят, ждут, ну, сидят, кофе пьют вот друг с другом. Только гараж моего дома открывается, они выскакивают по машинам и неотступно за мной ездят. Но не препятствуют ничего? Нет, ну, там, типа, если собираешься шпионить, знаешь, что тут мы рядом. Ну, там много курьезов было. Вот в первые дни я приехал, ну, во-первых, это неожиданно, я не ожидал, что вот так вот все будет выглядеть. Но в тот день была одна машина, и мне надо в центр было поехать зачем-то. Я поставил в гараже, в общественном гараже машину. Она, вот женщина это была, ФБРшница, она запарковалась прямо рядом со мной. И я пошел по делам, что-то купить надо было. И она вот шла как приклеенная ко мне. Я возвращаюсь... И не могу найти ключи от машины. И, честно говоря, думаю, ну что делать? Ну, знаете, когда только что приехал в страну, и не понимаешь, вот куда звонить, ну ничего не понимаешь. Это вот еще я не ориентировался в Америке совсем. Ищу по карманам, она несколько минут так, три. Она стоит вот рядом, смотрит на меня. И потом, я так думаю, нарушая инструкцию, она говорит, не дергайтесь, у вас ключи в левом верхнем наружном кармане. Боже мой. Вот вплоть до таких каких-то было моментов. А вы, значит, все-таки дергались и были в таком, ну, каком-то зажиме таком, да? Ну, действительно, ну не знаю же, ну, машина здесь, как, ну, в общем, первые дни в стране. Замечательно. Ну, уже действительно такое свидетельство доброжелательства просто, что называется, если она вступила в такой контакт прямой человек. Ну, видимо, уже ведь человек дергается. Хотя, полагаю, им не положено было с нами. Я про это говорю, конечно. Это за всеми вот советскими ребятами вот ездили эти машины. А, Михаил Ильич, а если не секрет, а как вы попали в этот, это же просто была самая желанная позиция для советского журналиста-международника, как в космос полететь? На тот период, не, вы же не были даже телевизионщиком? Нет. На тот период обычно попадали по двум направлениям. Либо сумасшедший блат, причем на высоком уровне, очень высоком уровне. Либо... Это же позицию, небось, какого-нибудь политбюро утверждало, да? Ну, ЦК, да. ЦК точно. ЦК, да. ЦК, политбюро нет, но точно. ЦК, да. Либо это для выполнения особых заданий Родины. Это было, собственно говоря, два варианта, когда можно... Вот. Но у меня случилась другая история. Ну, я работал на иновещании и занимался то, что мы сейчас назвали бы пропагандой советского образа жизни, там все вот эти дела, да. Но когда я первый раз поехал в Америку, ну, в краткосрочку какую-то, это было... То есть это было радио, чистое радио? Радио, я на иновещании работал. Я напоминаю зрителям, которые уже не знают, что такое иновещание. Я обнаружил, что вот 50 лет... Московское радио вещает на английском языке на Соединенные Штаты. Но, когда я первый раз приехал, я, к своему удивлению, увидел, что в Америке не продаются коротковолновые приемники, на которых мы вещаем 50 лет. То есть мы вещали рыбам в тихом там... В пустоту? Да, в Атлантическом океане. Абсолютно. Я приехал, вот мне не поверили. Что это так, что вот вся махина, а там же, это же махина была такая в то время, там на 75 языках вещали. То есть миллионы просто ушли в никуда. В песок. Но поскольку... А что, а не было никакой обратной связи, какие-то там, я не знаю? Да, были письма, там 200 писем в месяц, мне помнится, получали в основном от коммуняк каких-то, которые, ну, имели коротковолновые приемники. Свои на него сохранили. Голос Москвы тут надо было. И есть такая категория диэксеры, это любители дальней связи на расстоянии. И вот они имели, вот от них мы и получали письма. И как-то тешили себя, что это мы так мало получаем, а на самом деле... Замечательно. Ну вот, история. В общем, да. Вот. Да. Так вот, я задумался, а как же сделать, чтобы нас услышали? Ну вот, проходит какое-то время,
И еще было несколько каких-то поездок в Америку. Я начинаю примерно понимать, как все там устроено. И тут появляется Рейган и визит Рейгана в Москву. Я выпрашиваю по тем временам сумасшедшую сумму в 7 тысяч долларов, как сейчас помню, у нашего руководства. И говорю, я еду в Америку. Я знаю, как сделать, чтобы нас услышали. Но я тогда понял, что узнал к тому времени, что существует пиар-агентство. Угу. Что вообще-то всего-навсего надо было нанять пиар-агентство. Мы по спутнику даем сигнал. Пиар-агентство, как какую-то небывалую вещь, на многие станции распространяли. Да, и бесплатно снимайте сигнал, пожалуйста, и все права ваши отдаем. Что и произошло. И вот тогда впервые в истории московского радио нас слушало там несколько миллионов человек в Америке. Угу. Ну, потому что так в основном 200. Ну да, прямо скажем. Человек. А здесь несколько миллионов. Ну, а тогда к тому времени пришел новый начальник вещания, уже перестроечный человек, такой Кесберс, прибалтийский человек, уже западного такого мышления. И для него вот эта вот подача более высокому начальству, что вот это вот... То есть он ко мне, конечно, испытывал некоторую симпатию, поскольку... Вот. А к тому времени мне вот так уже это иновещание. Я понимаю, что не могу больше работать, но не могу я этим заниматься. Но я к своему непосредственному начальнику говорю, Паша, сил нет, не могу. Он говорит, а что ты хочешь? Говорит, чего я хочу? Чего я хочу? Я много чего хочу. Хочу корреспондентом в Америку. Он говорит, ну, давай попробуем. И пошел по начальству, значит, говорить обо мне. И благополучно вот дошло это до вот... Зампред тогда по иновещанию назывался, и вся эта завертелась штука, но это уже перестроечное время, потому что в то советское у меня шансов ноль было. Приезжаю я в Америку как корреспондент радио, ну не только иновещания, маяка, в общем, все-все-все. И здесь случается большое несчастье, умирает... Дунаев, Владимир Дунаевич, Владимир Павлович Дунаев, замечательный корреспондент, как его не прогибали, в общем, конечно, в советское время, но он все-таки ухитрялся, помимо того, что надо ему делать, обязательно было работать, в общем, как хороший журналист. Он как раз, мы с ним договорились, что он приезжает вот в Сан-Франциско, я ему там как бы помогу, что-то такое, вот, но он не приезжает, а умирает. Мне раздается звонок из программы «Время», и мне объявляют, что отныне ты корреспондент телевидения. Через две недели ждем твой репортаж. Я говорю, как? Я никогда не работал на телевидении, я не знаю, как это делается. Говорит, узнаешь. Значит, деньги высланы, нанимай оператора, нанимай студию для монтажа. Через две недели твой первый репортаж. Вот так появился мой... Да, даем тебе тему, это будет первый и последний раз. Дальше темы ищешь сам. И вот так оно и началось вот с этого и понеслось. Грандиозно. Вас действительно, я слышал, так обменяли, что называется, на корреспондента «Голоса Америки». Ну, в каком-то смысле, в Москве, да, 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 это правда. Американцы мне не давали визу год, ну, не год, поменьше, месяца 8-9, пока наши не дали визу корреспонденту «Голоса Америки» в Москве. То есть это было условием обмена, это правда. Замечательно, замечательно, замечательно совершенно. Ну, у нас же очень большая разница. И когда уже такое осознанное детство, когда его ты помнишь, Миша уже жил отдельно, потому что он очень рано женился. Ну, то есть я еще в детский сад ходил, когда он уже стал жить с Мариной и жил отдельно. А потом быстро уехал за границу, и все свое детство я всегда его очень ждал. Ну, потому что у всех вас там, мы со старшим братом туда пошли, мы со старшим братом туда, а я, Мишка был за границей, я его всегда ждал. Ну, когда он приезжал, всегда это было подарки, радость. Один раз я был маленький, мы поехали кататься. Ну, как кататься, у меня на багажнике катало, у меня пятка попала в спицы, ну и кожу срезала. Я испугался и орал, как бешеный, кровь текла, и Мишка тоже испугался, меня тащил на руках до дачи, хотя на самом деле там было просто все-навсего, понятно, что забинтовать ногу. Но он был всегда таким недоступный,
ну, очень большой, где-то далеко, сильный. Ну, потом все-таки 18 лет разница, это 18 лет, это очень большая разница. Ну, в телевизоре я увидел, как-то это в школе, наверное, я учился. Ну, из Америки это было, конечно, потрясающе, что... Но он и до этого много времени проводил за границей. Сначала в Египте, потом где-то в Бангладеш, какие-то экзотические названия. А он в телевизоре очень похож на себя в жизни, на самом деле. Там, он не менялся в телевизоре, никогда не торопится. Вот мало есть в моей жизни людей, с кем можно час поболтать по телефону. У нас была вообще потрясающая мама, человек абсолютно уникальный. И интеллектуально, и невероятно широкое, доброе сердце. Мама за всех гордилась. Ну и вообще научила нас всегда радоваться за близких, там, за родных, за друзей. Миша, вот сколько ты приезжаешь в гости всегда, меня будут ждать, радоваться. Но я уж не говорю, что у Миши прекрасная семья, все дружат, все вместе. Как раз Мишка в этом смысле абсолютно такой семейный человек. А вот попади вы туда, в Америку, я имею в виду, где-нибудь там, в начале 80-х. Вот вы бы занимались послушно там обличением американского империализма, работали бы, что называется, в стандарте, в схеме, в тренде советской. Я не знаю, получилось ли бы это у меня. Я не знаю, это не я факт. Я про это и спрашиваю. Тут я не хочу кривить душой. Ситуация здесь вот какая. Вот понимаете, люди вырастали в советское время, но как бы в разном окружении. Угу. Было, скажем, такое яркое диссидентское. Ну, росли вот молодые детьми, они вот в этом кругу варились. А у меня в семье это была такая, ну, что ли, связанная с богемой больше семья. Моя мама в кино работала, мой отчим был директором Большого зала консерватории. У нас бывали разные люди, но о политике никогда не заходила речь. И поэтому, в общем-то, я рос с убеждением, что коммунистическая идея – это, в общем, неплоха. Ну, что-то не так делается, вот это, ну, то, что у многих, в общем, наверное, ну, да, было. То есть, в каком смысле... Все поправимо, не делается, да, но поправимо. В каком смысле это шестидесятничество, в каком-то смысле, когда у социализма может быть человеческое лицо, ну, и так дальше, и так дальше. И поэтому, в принципе, когда я работал на иновещании, я не кривил душой, я в эту хрень, вообще-то говоря, верил. Я думаю, что... У меня изменились представления, когда я попал в Америку по-настоящему. Я представляю. Это был другой абсолютно мир. Я увидел... То есть вы ехали в Америку вот все-таки с такими предубеждениями советскими, да? Ну, в большой мере, да. В большой мере, да. В большой мере, да. Но я там просто очень вот увидел, что это все не работает, что это все на самом деле не так. Я могу сказать определенно, отвечая на ваш вопрос, что я никогда в жизни не делал то, во что я не верил. Это будет точнее сказать. Замечательно. И думаю, что хотя вот у меня не сложились отношения с нашим телевидением, они не сложились, ну, наверное, по той причине, что я не вписался, будучи в Америке, у меня не создалась инфраструктура отношений с людьми. Угу. То есть, ну, это очень важно. Конечно. В профессии иметь. Конечно. А все, так бы, вот проходило становление нового телевидения без меня. Я много и не понимал, как устроено здесь и так далее. И это, наверное, была главная причина, почему я не вписался. Ну и потом на нынешнем телевидении, извините, что я вас перебил, очень трудно не делать то, во что не веришь. Я думаю, что если бы я и вписался, я не смог бы и не удержался. Ну, вот я про это и говорю. Вот как Парфенов не смог работать, как Света Сорокина не смогла. Карамурза, Володя. Карамурза. Конечно. Ну, много, в общем, людей, которые не вписались бы в любом случае. Ну, да. Даже если все было остальное хорошо. Конечно, вот. Я тоже так думаю. Так что, ну, может быть, во мне была какая-то причина. Я не виню только вот само телевидение, потому что я
Мое становление, я считаю, как журналиста именно, вот с пониманием миссии и так далее, тогда проходило в Америке. И я приехал с этим наивным представлением сюда. И предполагал, что так и должно быть. И мы теперь, у нас другая страна, это не советские дела, вообще все. Это, конечно, я обломался очень серьезно именно на этом. Ну, да, именно на этом я обломался. Вот. Но если бы даже этого не случилось, то все равно. Я сомневаюсь, что я смог бы работать. Я тоже так думаю, вы знаете, я тоже так думаю. И думал об этом, вот, готовясь к нашей встрече, я тоже так думаю. А вот скажите мне, в те американские времена, возвращаясь, а когда и как вообще у вас появилась вообще такая мысль так как-то внедриться в американскую жизнь, работая там? Потому что это тоже было совершенно не в традициях советских корреспондентов. У нас были замечательные корреспонденты. Но мы знаем все-таки, что они шли там к доктору Хайдеру и все прочее. У меня была другая школа. Тут много обстоятельств. Первое, это было другое время. Это была перестройка. Я вам больше того скажу. Из Москвы я не получил ни одного указания, как и что мне делать. Но не получили и указания вот так внедряться вообще? Вообще там никак... ездить в больницы, полицейские участки и так далее? Вообще ничего. Угу. Вот то, что я присылал, то и хорошо. То есть вы чувствовали себя просто свободным художником? Абсолютно. Никаких не было цензуры, никакого. Mm-hmm. Нет. Мне повезло, просто время другое было. Да, время было, конечно, замечательное для журналистики. Кроме того, у меня была другая школа. У меня школа телевидения была не советская, с нашими медленными планами, отъездами, наездами, панорамами, вот это все. Это была американская школа, потому что я учился там. Вы же там учились, ну, естественно, моими первыми учителями был монтажер, женщина очаровательная, и оператор. Вот моих два учителя были, которым я учился телевидению, но плюс я смотрел и видел, как работают коллеги. Кто-то, кстати, из коллег был для вас каким-то таким, ну, я не хочу сказать образцом для подражания, но на кого-то вы смотрели из американских там ведущих и все прочее? Ну, нет, я бы сказал, что... Вам нравилось это, вот так вот скажем? Нет, у меня не было, потому что мы разными делами занимались. Ну да. Ведущие какого-то ток-шоу, допустим, это совсем другое. Репортеры... Ну да, но их много хороших репортеров в Америке. Моя любимая программа «60 минут» была тогда, сейчас я уже не видел много лет. Вот. Нет, я не могу сказать, что у меня были. А какие-то... из советских журналистов кто-то вам был таким, каким-то таким? Нет. Нет, тоже не было. Нет, нет. Скорее у меня были столкновения, нежели в частности с Зориным. Это было очень забавно, это был... По-моему, 91-й, что ли, год Горбачев приехал в Америку. У нас приехала тогда большая группа, как это обычно освещать. Ну и подтянули всех корреспондентов, которые там работали. Вот. Ну и как это водится, тогда блоками шло. Вот блок, американский блок идет. Визит Горбачева. Начинает Зорин, а у Зорина было три точки, с которых он свои стендапы делал. Это Белый дом, Пентагон и Конгресс. На заднем плане он стоял и говорил. Ну, в данном случае, значит, вот идет отсмотр материала, который посылается в Москву. Тогда Сагалаев Эдуард был руководителем как бы административной группы. И вот мы отсматриваем материал, первым стоит Зорин. Ну, он говорит, что вот Пентагон, все там ракеты нацелены на нас с вами. Ну, вот то, что он обычно говорил. После этого идет мой репортаж сразу за ним, из Калифорнии. А в Калифорнии военные заводы, у меня вот с этих военных заводов репортаж. Я говорю, что очень тяжелая ситуация сложилась вот в Калифорнии на военных предприятиях, потому что заказы в связи с тем, что изменились отношения, уменьшились заказы. Идут увольнения, не знают, что делать. Военные заводы невозможно на гражданские рельсы поставить, они по-другому устроены просто. И увольняются люди. И это гигантская проблема, которую не понимают, как вот в Калифорнии решать. Сагалаев посмотрел и говорит: мужики, ну вы два американиста, но разберитесь, нацелены на нас пушки или не нацелены. При том, чтобы мне рассказывали, что же Зорин, он любил по-своему Америку, с интересом к ней относился. Он был сыном своей эпохи. Да, да, да. Что, я знаю, что Генрих Боровик очень любит Америку. Очень любит Америку, но вот они существовали в этой системе да. Двоедушия, да, я не хочу и двоедушия. Бросать мысли. В них нет, камень. Ни в коем случае. Это коем заслуженные случае. Люди, но мы с ними расходимся. Да, я с ними расхожусь просто во взглядах. Вы совершенно разные. А вот скажите мне такую вещь. А вот в чем вы видели свою
сверхзадачу вот вашей работы. Рассказать о настоящей Америке. Рассказать о настоящей Америке. И я, честно говоря, не гонялся вот за какими-то фигурами политическими или звездами шоу-бизнеса там, и так дальше. Меня очень склоняли вот делать программу о звездах и обещали абсолютную помощь. Ну, в общем, я остановился на Элизабет Тейлор. Ну, это было, конечно, очень интересно все. Вот. Но меня больше интересовали обычные простые люди. Как они живут, о чем они думают. И я думаю, что мои программы, я знаю, были популярны тогда. Очень популярны. Какие рейтинги, кстати, были? Хотя я не помню тогда. Я не помню, там по-другому. Считывались они, да, да. В 90-е годы. Гэллоп, по-моему, еще не работал, так что. Были популярны. Ну, супер популярны. И я думаю, что, понятно, что благодаря тому, что люди хотели узнать об Америке, но и потому, что они увидели реальную Америку, простых людей. Я говорил с обычными людьми, как они живут, о чем они думают. Это могли быть фермеры, это как, что такое ферма американская, и что вот как живут, о чем они думают, эти люди. Могли быть самые заурядные обычные люди. И я думаю, что большинству это было интересно. Потому что я тогда мало занимался политикой, политическими вопросами. Это была Америка именно. Да, да, но ведь многие действительно благодаря вам, благодаря вашим передачам, фильмам, Америку полюбили. И я думаю, что кое-кто... На этой почве, когда такой степени полюбил, что уехал туда. Мы помним, сколько людей уехало в 90-е годы. В какой-то мере. Но, между прочим, я меньше всего хотел способствовать отъезду людей, и особенно способных людей. Меньше всего хотел я этому способствовать. Но я был журналист. И я воспринял абсолютно американскую журналистскую доктрину, что журналисту нужно докладывать публике. А уж... Выводы она делает сама. Не пропагандировать, не информировать. Информировать. А почему вы там не остались? У меня не было такой цели. Ну, я понимаю, что не было цели, но вот вы так действительно втянулись в эту жизнь, как из журналистов советских и послесоветских того времени вряд ли кто втянулся. Это разве не засасывало вас? Ну, начнем с того, что мы работали по 12 часов в день. Мы делали программу, моя дочь, оператор и я. Три человека. То есть это на износ на самом деле? Это на износ. Такую программу делает на телевидении обычно человек 10. Человек 10, да. 8-10 человек делают такого рода программы. Это сюжетные программы. И за 12 лет я просто износился. Кроме того, есть еще несколько было моментов. Как журналисту мне было безумно интересно то, что происходит в стране у нас. И очень важно мне это было. И у меня было ощущение, что я профессионально пропускаю все то самое интересное для журналиста, что может быть. Вот такое, помните, у Ильфа и Петрова есть, когда антилопа Гну сидит где-то в кювете, а жизнь проносится мимо. Вот и меня не покидало вот это чувство, между прочим. Скажите мне, в итоге Америка вас изменила? Ну, конечно. Конечно. Ну, как мы уже говорили, она изменила меня в моих взглядах, причем кардинально изменила. Во взглядах как бы на нее, на Америку. На Америку, вообще на жизнь. Я понял всю, с одной стороны, несуразность нашей жизни, которая была в Советском Союзе. Вот тот невозможный миф, который не имеет шансов на осуществление коммунистической идеи, ее тупиковое просто воплощение в жизни. То есть это, в этом плане, безусловно, она меня изменила. Ну и плюс многие привычки. Я стал очень пунктуальным. Да, я не могу опаздывать, мне это просто органически неприятно опаздывать. Я не могу. В Америке это исключено. Десятиминутное опоздание — это крайне неприлично. 15 минут, на этом заканчиваются все разговоры. В Америке среди таких американцев-американцев. Ну да, у нормальных обычных людей это так. Но что еще? Когда я приехал, я жутко выходил из себя абсолютно, когда мне не возвращали звонок. Или не отвечали на мои письма. В Америке на ваши письма отвечают и возвращают звонки, это обязательно. Это 100%. Ну, потом там друзья мне сказали, здесь не принимай это лично, но это просто так у нас. Это просто по-русски. Вот.
ну и так дальше. Вы сказали в нашем разговоре до эфира, что у вас такое ощущение, что вы как будто прожили три жизни. До Америки, Америка и вот после Америки. Вот это вот после Америки, как мы опять же уже эту тему затронули. Ну, не нашли вы, не сложились у вас отношения, не случился роман с вот этим вот новым российским телевидением. Ну, на самом деле, я, приехав, начал делать программу. Да, я помню. Была программа «Русские горки» конечно, была. Конечно. Но это все не прижилось. Но, знаете, здесь была еще проблема ведь во мне. А почему? Интерес к Америке существовал? Здесь не только проблема в телевидении, это проблема во мне. Я думаю, что я приехал и начал делать программу, не зная своей новой страны. Вообще у меня было первое время, там несколько месяцев, ощущение, что вообще какое-то сюрное. Я вижу людей, которых я понимаю язык, но я не понимаю этих людей. Это другое. Вот, мне понадобилось какое-то время, достаточно продолжительное, чтобы понять, что у нас произошло, что это такое. А потом, знаете, когда далеко находишься, все-таки всегда идеализируешь. Конечно. Я очень романтично подходил, конечно, к тому, что произошло в России, не понимая настоящих процессов, не понимая всего вот этого. И я думаю, что одна из причин, почему «Русские горки» не пошли в результате, хотя там было много интересного, они не пошли, наверное, я думаю, в силу моей неподготовленности к этой работе на тот момент. Но, к сожалению, на телевидении редко дают второй шанс. Ну да. Вот. Поэтому тут с этим еще было связано. Я хорошо знал к тому времени лично руководителей телевидения, которые тогда были. Потому что мы с ними работали в общем месте. Были еще но не знал вот более низкий состав. Ну и вообще не понимал. Вся каша заваривалась. Конечно. Там. Но и потом я не понимал вообще, как все устроено. Вот. Так что я не готов возложить эту проблему на, так сказать, винить исключительно телевидение. Так что, ну, так как получилось. Тем более, что вы приехав, вы попали в еще одну смену эпох, наверное, не такую крупную, как переход от советского к послесоветскому. Да. Вы попали в переход от 90-х к 2000-м, от ельцинского времени к времени Путина, совершенно новому и, как позже выяснилось, во многом противоположному, да, хотя и да. выросшему из 90-х годов, совершенно верно. Бесспорно. Как вам вот эта вот оценка вот этой вот уже новой эпохи, как она вам далась? Где постепенно стало зажиматься всякое, свобода выражения, ну, и ведь так ведь это далее. Все началось... Телевидение стало меняться. Не сразу, это все Конечно. Постепенно происходило. Угу. И, в общем, поворот-то был в 2003 году, как мне помнится. Угу. Но я уже тогда не работал на телевидении. Поэтому меня не коснулось это впрямую. Ну да. Вот, поэтому, понимаете, если бы я работал бы на телевидении, вот тут это интересный вопрос, как бы все это поворачивалось. Ну, я думаю, что, наверное, скорее всего, это повернулось бы так же, вот как у Парфенова, примерно так же. Я бы пытался встроиться, пытался бы как-то, но поскольку, если, как только в тот момент, когда начинал противоречить тому, что, как мне кажется, есть на самом деле, я бы перестал это делать. Но это невозможно было бы делать. Ну да. Поэтому... Ну, что да. тут говорить? Есть ведь еще такой тот аспект. Все-таки телевидение, мы знаем, это такой наркотик. А для людей, прошедших через такую не минуту, а годы славы и популярности, как вы, это тяжелый наркотик. Как вам в этом смысле, психологическом, далось отлучение от телевидения? Хотя жена уверяет, что это не так, но и дочка тоже мне говорит. Но у меня впечатление, что у меня не было звездной болезни. Жена говорит, было. Ну, ей виднее, это уж точно. Вот. Но у меня была уверенность, конечно, правда. Я, честно говоря, думал, ну как в Америке. Если человек приносит деньги, если он популярен, он приносит деньги. Ну, компания своя, да? Раз он приносит деньги, за него должны со страшной силой держаться. И я с этим пониманием, поскольку, да, я популярен, я это знал, что я популярен, с этим пониманием я приехал в Россию. Но в России же по-другому устроено. Вот, поэтому облом у меня как бы и тут произошел.
Вот. Ну, если мне было больно, что вот не складывались отношения, то по-другому. Не потому, что слава и так далее. Тут ведь понимаете как? Короля создает свита. Или двор, да? Я был в Америке. Моей свиты в Америке не было. И там я был просто корреспондент, который делал свою работу и все дела. И я не был избалован. Вот знаете, вот идешь и восхищенные взгляды юных поклонниц. И вот это все. Это как бы мимо меня все прошло. Может быть, поэтому эта сторона меня не очень трогала. Меня тронуло другое. У меня было ощущение предательства. Я был... Но как бы телевидение — это мое. Я, ребята, готов для телевидения делать что угодно. Я профессионал же. А телевидение сказал, да, пошел ты. У нас таких, как ты. И так далее. И вот у меня ощущение было, что вот, я был предан телевидением. Вот это мне, может быть, было больно. Интересно. Но не более того. Я понял. А потом я научился жить с этой болью. А потом я подумал, господи, какое счастье, что... Меня не волнует это вообще. Это, конечно, счастье. Это, конечно, меня счастье. Это не волнует. Потому что людей ломает от этого. Нет, меня на всю жизнь бывает. Нет, меня не сломало. Меня не сломало. На улице узнают до сих пор? Это поразительно, конечно, да. Но меня удивляет даже другое. То, что... Как это может быть? На телевидении же не бывает такого. Людей забывают очень быстро обычно. Конечно. Как это, актеров. Это, не появляется это, на экране. Это правильно. Так и должно быть. Нет, вот даже молодые какие-то, я говорю, слушайте, я обожаю это. Вы знаете, я на вас вырос или выросла. Это, я обожаю эту фразу. Особенно, я когда слушаю... подходит пожилая женщина и говорит. Ну, вам... может быть, не пожилая. Нет, условно говоря. Но, как ни странно, те, кто не должен был бы меня знать, ну, там, 30 лет, 25 лет, говорят, нет, я помню, мои родители бежали к телевизору, когда вошла программа, и фамилия осталась, и вот все это. Ну, здорово как, а? Но это все-таки, это согласитесь, приятно, бальзам, бальзам, бальзам на душу, да? Бальзам, бальзам, да. Это ласкает душу, это правда. Ну, хотя бы от того, что не зря что-то полезное я сделал. Ну, приятно, все-таки любой нормальный человек хочет как-то самореализоваться. Конечно, самовыразиться, конечно, как-то вообще отразиться. И чтобы другие оценили, потому что, в конце концов, я не знаю, я понимаю, что великие писатели могут работать в стол и так далее, но журналисты, наверное, нет. Конечно, нет. Как актеры. Как актеры. Они живут сегодняшним днем, да, нужна оценка, и есть только момент пребывания на сцене. Это правда. Да. Ну, а теперь от частного к общему. Мы ведь помним еще одну вещь. Вы говорили о том, какой был интерес к России в Америке в те 90-е годы. Но мы же еще помним с вами и то, как в России Америку любили, с каким интересом к ней относились, какие это были симпатии. Какие-то, я помню, какие-то были опросы, там какая-то цифра людей, относящихся к Америке, симпатии просто зашкаливала за 90%. 94%. Это сегодня просто трудно себе представить. Как вы объясняете такую метаморфозу? Как мы скатились вот в этот вот антиамериканизм? И все ли объяснимо вот такой целенаправленной пропагандой? Нет, нет, не все. Я думаю, что Америку идеализировали. Очень сильно идеализировали. И ожидали от нее очень много. Это вот, знаете, сбросили вот это советское ярмо. И вот мы другие, и как-то все ждали, что Америка распахнет объятия, как мы распахнули объятия Америки, и Америка сделает то же самое. Но мы, правда, ожидали это в материальном смысле. А оказалось, что нам не помогают. Ну как не помогают? Сколько прислали помощи гуманитарной? Гуманитарно. А карачка Буша чего стоит? Правильно. А мы надеялись на план Маршалла. Что-нибудь в этом роде. А вот этого не последовало. И американцы... Когда-то ведь и план Маршалла нам предлагали. Ну, это отдельная история, да. И мы обиделись, вообще-то говоря. Это был синдром неразделенной любви. Вы так думаете, да? Это одна из причин, не только это. А дальше вот то, что происходит между супругами в семье. Американцы не понимали. Они, почему русские не делают? Мы же говорим, как надо делать.
и все у нас же хорошо. Но берите пример, переносите к себе, чего вы там думаете. А мы никак не могли понять, а почему американцы нам так не помогли, когда мы это так от них ожидали. И вот непонимание, оно постепенно переросло в раздражение. А уж тем более, когда была бомбежка Белграда, это, конечно, американцы совершили колоссальную ошибку. Да, вообще, я считаю. Большая, я согласен. Но и здесь у нас очень сильно... Это был пункт поворотный, когда изменились отношения. Позже начала работать, конечно, наша пропаганда уже где-то в 2000-х, второй половине 2000-х. И ситуация становилась все хуже и хуже, наслаивались противоречия, там и уже и про систему развертывания американская раздражала ужасно. Нас раздражало, что нас не принимают как равных, я имею в виду руководство, и, собственно, массы тоже. А в этом смысле, как вы считаете, Запад, прежде всего Америка, сделали какую-то ошибку? Вне всякого сомнения. Нужно было все-таки как-то... Надо было вовлекать Россию. В объятиях покрепче прижать. Да, речь не идет о том, что непременно нам надо было устраивать план Маршалла в России. Нет, это да. Но относиться к России можно было без того высокомерия, с которым, безусловно, Запад относился. Как к неразумному ученику, может быть, и способному, но, в общем-то, неразумному. Вот это менторское отношение, конечно, всех раздражало очень сильно. Потом, как можно было... То американцы плохо знают историю вообще. Как можно было не понять, что страна переживает что-то похожее на Веймарский синдром? Великая империя распалась. Она пережила национальное унижение, позор. И люди... Это понимать надо было. Если бы они это понимали бы тогда... Но специалистов по России было мало, их мало слушали. То тогда бы, может быть... в Америке есть люди, которые понимают. Их немного, но они понимают. Их мало, и они далеко не обязательно при власти находятся. Поэтому, Запад допустил колоссальные ошибки в отношениях с Россией. Я не сомневаюсь. А потом, когда начался нефтяной бум, когда, как говорил наш национальный лидер, Россия стала вставать с колен, здесь уже, конечно, появился определенный гонор и обида. И в 2007 году знаменитая Мюнхенская речь Путина, когда он бросил вызов святая святым глобальному лидерству Америки, скажет, что все однополярный мир изживает себя, что мир должен быть многополярным, и так дальше, и так дальше. То есть имею в виду, что Россия тоже хочет участвовать в решении мировых проблем, и так дальше. Запад к этому абсолютно не был готов, потому что, мы уже говорили, миропорядок строился на американском доминировании. Здесь, я думаю, начались наши уже серьезные разногласия, которые постепенно выливались. И в конце концов Украина, это серьезный вообще, конечно, был толчок к изменению отношений, но он был вполне логичный и ожидаемый, не Украина, так что-то еще бы могло произойти. Поэтому мне кажется, что здесь столкнулись два быка. На самом деле. Я правильно вас понимаю, что все-таки в какой-то степени, по вашему мнению, то, что произошло с Украиной, на Украине, между Россией и Украиной, тоже в какой-то степени было спровоцировано Западом? Я убежден, что в этой истории виноваты абсолютно все стороны. Вот все стороны, все игроки, которые есть, виноваты в этой истории. Когда начался процесс ассоциации Украины с Европой, Россия, конечно, была крайне против, но понимая, что особо деваться некуда, Путин ведь реально предложил трехсторонние переговоры, чтобы урегулировать таможенные тарифы и все эти дела. Я не знаю, насколько это было искреннее предложение, мне трудно судить, но это было. Но тем не менее оно было. Оно было, и Евросоюз совершенно высокомерно ответил, что это не ваше дело. Это двусторонний вопрос. Хорошо. Кремль перекупил Януковича с обещанием этих денег. Собственно говоря, транш был большой, 3 миллиарда. Дальше происходит следующая вещь. Как я это понимаю, представители
нескольких стран, там кто, Германия, Польша, да, были, да. Договорились с Януковичем о изменении состава правительства и о том, что вот как-то будет потихонечку меняться. На следующий день устраивается Майдан, воинствующий Майдан, уже когда пошли в бой. Вообще говоря, я считаю, что все то же самое, только вот без Майдана, без войны и без всего, могло произойти через полгода, когда должны были быть выборы, и, безусловно, Янукович пролетел бы на этих выборах, и Россия бы ничего не смогла бы сделать, чтобы удержать Януковича. И пришли бы, тот же Яценюк бы пришел, и вся остальная братья это пришла бы. Но вот был такой вот... Было, как вы, как опять же, было. Любите говорить, история не знает сослагательного наклонения. Было, как было. Да. С Крымом... Но у меня двойственное отношение. Я знаю, что друзья-либералы мои меня за это уничтожают, но у меня двойственное отношение, потому что я знаю... Да, нарушено было все, что можно было нарушить в международных правах и международных отношениях, договоренности, международное право. И это ужасно, и это очень плохо, это действительно очень плохо. По многим параметрам это плохо. И, но, с другой стороны, я также точно знаю, что население, большая часть населения Крыма хотела в состав России. Да, я понимаю, но опять же, руководствуясь вашей логикой, нужно было начинать не с того, чтобы вводить туда, наверное, вооруженные силы. А другого пути, на самом деле, я не вижу. Вы представляете себе, там по Конституции украинской должен был быть проведен всеукраинский референдум. Ну, вы понимаете, какой результат всеукраинского референдума об отделении Крыма? Ну, конечно, это, то есть шансов не было других. Ну, вот я знаю, что тем не менее, вот Венедиктов считает, что это был план заранее продуманный. И вообще, ну, план Б может быть какой-то, но такой план был. Может быть. Я не знаю, мне это не нравится. Но я не могу отмахнуться от желания людей жить по-другому. Я понимаю, но сейчас мы имеем результат. Это все-таки обернулось катастрофой в отношениях международных. Как выходить из этой ситуации? Совершенно непонятно. Да, согласен. Так что все, узел только затянулся. Да, лучше бы этого не было, на самом деле. Гораздо крепче. Ну, с Донбассом я вообще считаю, что это позор и катастрофа, то, что там было. И здесь уже вина России. Я вас понял. У меня к вам последний вопрос. Такой, может, наивный. Вот предложили бы вам снова поехать поработать в Америку. Поехали бы? Ну, может быть, да. Ну, понимаете как, я уже не смогу так интенсивно работать. Ну, вынося за скобки этот фактор. Ну, может быть, вот да. Вот первый бы импульс какой бы был? Ну, может быть, поехал. Может быть, поехал. Замечательно. Спасибо вам. Спасибо. 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 В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Михаил Таратута, замечательный журналист, человек высоких профессиональных и этических принципов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.